Добрый день всем! Я Галина Шахнович, управляющий директор компании EPL. Сегодня моя тема – это технология аккумулятора силы. Это инновационная технология аккумуляции силы, которая позволяет активизировать полезные вещества природных компонентов. Она разрабатывалась на протяжении 25 лет европейскими и американскими учеными. Мы и каждый из нас являемся частью природы. Наши клетки и растительные клетки идентичны. Они несут биологическую активность, энергетическую и информационную. И наша технология аккумулятор-силы – это новый способ экстрагирования. В результате импульсивного воздействия происходит истончение мембран клеток растений и плодов. Через эти истонченные мембраны высвобождаются микроэлементы, биофлавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты. Это настоящее открытие в сфере клеточного питания. Набор продуктов, созданный по этой технологии, направлен на решение проблем со здоровьем. Это проблемы с суставами, сахарный диабет, хроническая усталость, аллергия, снижение иммунитета, преждевременное старение и так далее. Специально подобранные формулы и уникальный процесс производства гарантируют свежесть, эффективность, безопасность. Наша продукция совершенно безопасна. Она не имеет никаких побочных эффектов, не накапливается в организме и не вызывает независимости. Это клеточное питание, которое можно употреблять ежедневно, укрепляя здоровье и продлевая молодость. Ими могут пользоваться буквально все, от грудничка и до старичка. В детских сказках всегда была стандартная фраза, сопровождающая окончанием проблем наших любимых героев. Они жили долго и счастливо. И эта мысль является ключевой мыслью в создании нашей флагманской серии аккумулированных джаже аккумулятор силы. У нас сейчас 15 видов продукции. Это быстродействующий концентрат сил природы. Мы не создавали никаких химических соединений с новыми свойствами. Все они созданы природой и существуют в натуральном виде на нашей планете. Мы лишь взяли их свойства, нашли способ сохранить и усилить, и придать им удобную форму. Эти дрожжи быстро, удобны и со вкусом. Они помогают нашим потребителям для укрепления здоровья и продления молодости. Я не перестаю приносить благодарность ученым лучших умов, кто создал нам эту технологию. Нашему президенту Сергею Сергеевичу Куликову, который выкупил патенты, нашим надежным поставщикам Bara Herbs, находящихся в Израиле, который доставляет нам растительный сбор на наш собственный завод для создания нашего аккумулированного дрожжа. Я благодарю от своего имени и от имени всех наших потребителей, которые находятся в 58 странах, за нашу продукцию, за новые технологии аккумулятора силы. Всего-всего доброго всем, кто пользуется этой продукцией. А тот, кто еще не пользуется, пожалуйста, приходите в нашу компанию и будете здоровы, счастливы и финансово независимы. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием буду отвечать. Подписывайтесь и до новых встреч. В следующем видео я буду рассказывать о наших продуктах, о каждом в отдельности. Всего доброго. До свидания.